Я собираю веселые мемасы и каждый день их выкладываю в сети. То есть такой мемелье, мемолог, как это называется. Очень люблю посмеяться и повеселить других. Когда-нибудь участвовали в розыгрышах? В розыгрышах, да. Прямо сегодня утром. И как вам? Ну, немного чуть не посидел. Да мы не задумываемся, Аня. Но мы сегодня пошутили над преподавательницей. И как? Она посмеялась. У нас был определенный проект, над которым мы работали всей командой. Я утром захожу, у меня товарищ для шутки сделал бэкап, а рабочий проект удалил. Я захожу, а у меня вместо строчек кода просто смайлики. Ага. Мы работали 2 месяца, я так это кофе, оп, и чуть не подавился. Не знаю, каждый день шутят со мной. Ничем не отличается этот день. Сегодня смех день? Да, да. Стереотип «Россия для грустных» — это, по-вашему, правда, нет? Нет, наоборот, русский самый веселый народ. Ну как такой день-то пропустить, как бы никто не подколоть? Ни сюрпризы, ни розыгрыши не люблю. Стереотип «Россия для грустных» действует сегодня? Возможно, да. Я звонила друзьям из другого города, говорила, можете, пожалуйста, взять доставку и потом привезти ее в мой родной город. В общем, они уже выходили там, кто как, и я говорю, извините, это розыгрыш. Смех, это же радость жизни. Ну кто нам еще продлит нашу жизнь?